Виктор Михайлович Мищенко ушел на фронт в 17 лет 9 мая, и победа советских войск в 1945 году стала для него подарком ко дню рождения. Всю войну прошел минером, ликвидировал 225 взрывных устройств. Он часто приходит в школу и беседует с ребятами. И вопросы и военные, это, и вопросы нынешней жизни, вопросы... Вот Украина интересуется. Виктор Михайлович поздравил учеников Субсехской средней школы номер 11 с открытием месячника военно-патриотического воспитания. Отметил важность таких встреч для ветеранов и школьников. После войны в Субсех пришли с фронта порядка 100 человек. Сейчас нас осталось 9. Военно-патриотическая работа как раз и направлена у нас на то, чтобы вы знали, изучали и по учебникам, и по литературе, и беседах с людьми действительное положение нашей страны, наших людей, как голодали люди во время войны, как у мартеновских печей ночевали, ковали победу. Ребята исполнили гимн России и Кубани, почтили минутой памяти погибших в Великой Отечественной войне, прочитали стихи о войне и доблести. Сегодня мы начинаем подготовку к нашему великому празднику, празднику 70-летия Победы. Это праздник единственный в нашей стране, который не назначают. Это праздник, который появился сам по себе, благодаря победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Благодаря вашим дедам, прадедам, которые завоевали для нас возможность стоять сегодня в этом зале, петь наш гимн. На месяц запланировано много мероприятий. Викторины, конкурсы, беседы, просмотр фильмов, встречи с ветеранами. После линейки пятиклассники отправились к памятному знаку труженикам тыла. У каждого в руке яркий воздушный шар с голубем мира. Своих голубков ребята выпустили в небо с надеждой, что на земле всегда будет мир. Многие воевали и многие не вернулись с боя. Мы сегодня запускали шары в небо, а на шарах были белые голуби, голуби мира. Я желаю всем, чтобы не было войны и были все счастливы. Школьники и педагоги возложили цветы к памятному знаку и пообещали своим дедам и прадедам выполнить свой главный долг – быть достойными их и хорошо учиться.